Меня зовут Рик Реннер. Сегодня 17 июля, наша тема сегодня «В вашей проблеме нет ничего особенного». И наш стих, первое послание к Коринфянам, 10:13. Апостол Павел написал: «Вас постигло искушение не иное, как человеческое». Человеческое. Перевод греческого слова «антропинос», которое означает то, что испытывает каждый. Это на самом деле важно, потому что дьявол будет говорить: «Твоя проблема особенная, с ней никто не может справиться, у тебя уникальная, самая сложная проблема». Вам нужно обратиться к этой проблеме и сказать: «Послушай, ты просто человеческая проблема, антропинос, в тебе нет ничего особенного». Другие люди уже сталкивались и справились. Другие одержали победу, и я это сделаю. Ваша способность подняться на гору и победить врага во многом зависит от того, как вы смотрите на проблему. Если вы считаете проблему огромной, она вас может победить. Но если вы скажете: «Эта проблема небольшая и скоро рухнет», так и произойдет. Поэтому посмотрите на свою проблему и скажите: «Ты проблема, уходишь». Подумайте об этом сегодня. Большое вам спасибо, друзья, за то, что вы посмотрели это видео на YouTube. Нам очень интересно ваше мнение, поэтому, пожалуйста, пишите комментарии. Также, если вам понравилось это видео, поставьте лайк. Если вы еще не подписались на канал, подпишитесь на «Благая Весть Онлайн». И для того, чтобы не пропустить ни одну видео, которую мы выпускаем, и особенно прямые эфиры, нажмите на колокольчик. Также вы можете поделиться с вашими друзьями и рассказать им о «Благой Вести Онлайн». Если Господь вам положил на сердце пожертвовать, пожалуйста, пожертвуйте и поддержите нас, чтобы мы могли проповедовать, проповедовать и проповедовать. Я вас благословляю и провозглашаю в вашу жизнь мир и благодать.